Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Безпека людини на підприємстві, будь-якому виробництві та у повсякденному житті дуже важлива. Сьогодні про безпеку праці будемо говорити з гостю, яка прийшла до нашої студії. Це Світлана Харківська, кандидатка медичних наук, заслужена лікарка України, експертка з профпатології Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Тож ми дуже раді бачити сьогодні вас у студії. І скажіть, будь ласка, чи насправді будь-яка професійна діяльність, вона впливає на людину і може у деякій степені зашкодити? Спасибо за приглашение. Мне очень приятно присутствовать сегодня в этой студии. На самом деле очень много профессий, которые связаны с вредными условиями труда, и они находятся в любой сфере. Это касается промышленных предприятий, это и сельское хозяйство, это и медицинские работники. На сегодня это очень актуальное. Есть заболевание COVID, которым в том числе болеют и медицинские работники. На сегодняшний день, спасибо правительству, это заболевание отнесено к списку профессиональных заболеваний. Угу. И если врач либо медицинская сестра, медицинские работники любые, заболеют при исполнении своих служебных обязанностей ковидом, они имеют право рассчитывать на социальную защиту, на социальную поддержку от государства. И мы можем им помочь хотя бы таким образом. Ну, хотя бы перенести, так, да. Вылікувати. Абсолютно верно. Профессиональные заболевания, они бывают двух характеров. Острые и хронические. Вот острые, опять же, буду делать это все на примере ковида. Это остро происходит. Расследование таких заболеваний, оно в определенном нормативном поле. Это постановление Кабинета министров 337, на основании которых создается комиссия и происходит расследование, почему это случилось. Хронические профессиональные заболевания – это на предприятиях, если человек работает более 10 лет, мы можем говорить о том, что у него имеет место хроническое заболевание, и тогда мы его рассматриваем с другими нормативными документами. Угу. А люди, каких профессий наибольше защищены в Украине? Ну, на самом деле, на сегодняшний день в нашей стране еще с 2000 года есть постановление Кабинета министров 1662, в котором есть перечень профессий, которые отнесены к вредным условиям труда, есть факторы, с которыми они могут контактировать, и есть производство, предприятия, которые тоже, профессии, которые к этому отнесены. И заболевания, которые могут рассматриваться в рамках вредных условий и данной профессии. И когда это у нас все состыковывается, то есть мы можем говорить о том, что есть подозрение на профессиональное заболевание согласно этого перечня. Угу. Ну, перелік є, але с приводу захищеності, от що хотілося б дізнатись, це люди, які можуть отримувати вчасну медичну допомогу, професійна діяльність їхня під контролем, тобто слідкують належні органи за тим, наскільки виробництво вже тяжке, наприклад, так, наскільки воно може вплинути на здоров'я людини, чи можуть бути санаторно-курортні лікування і так далі. Тобто ось цей перелік. На сьогоднішній день в нашій країні существує такий фонд соціального страхування від нещасних випадків на производстві і професіональних заболівань, який существує гарантом таким, при возникновении профессиональных заболеваний люди имеют право на получение денежной компенсации, имеют право на получение реабилитационного лечения, санаторно-курортного, при необходимости какие-то там протезирования, если необходимо, то есть какие-то протезы и там индивидуальные средства, угу. Они имеют право получать. Но только если это установлено профзаболевание. Люди, которые еще работают на предприятиях, к сожалению, вот профилактика у нас недостаточно хорошо построена. То есть когда-то это были, на каждом предприятии были свои врачи, которые контролировали здоровье, которые проводили реабилитационные мероприятия. У многих предприятий были санатории, где они могли оздоравливать людей. Сегодня многие предприятия избавились от этих санаторий как от лишнего балласта. Я думаю, что где-то, наверное, в нашей области предприятий, не ошибусь, до 10 только имеют свои санатории, где они могут, или профилактории, где они могут оздоравливать своих сотрудников. Все остальные этой возможности лишены. Мы неоднократно ставили вопрос перед фондом социального страхования, чтобы реабилитировать не только уже пострадавших инвалидов, а чтобы реабилитировать сотрудников,
чтобы как можно дольше оттянуть их трудоспособность и как можно дольше оттянуть какие-то проблемы со здоровьем. Ну, пока у нас... Ну, насправді, так, багато державних установ, от, які працювали на повну силу, вони зараз вже не мають такої міцності, так, і ми знаємо, що багато з'явилось недержавних установ, там, різних виробництв і так далі, які переведені до частних осіб, так, і там вже інакше ставиться питання, і, можливо, от немає такої централізованої системи, яка би слідкувала за здоров'ям своїх працівників. І ось тут, мабуть, є мінус, як ви думаєте? От як однозначно в этом есть минус. Еще есть один нюанс. При проведении профилактических осмотров, вот где есть врачи в штате, они заинтересованы в качестве проведения профосмотров. Где зачастую нанимают лечебные учреждения или врачи, на сегодняшний день предприятия, я думаю, что я не открою тайну, они заинтересованы как можно дешевле провести эти профосмотры, чтобы сэкономить свои деньги. Дешево не значит качественно. Поэтому, конечно, качество профосмотров у нас на сегодняшний день страдает. А учитывая, что все хотят хоть какую-то там заработать денежку, они соглашаются на то, что им предлагает предприятие, выбор особо небольшой. И поэтому качество, естественно, страдает. Дальше. Имеет место в проведении профосмотров социальный фактор. Когда человек хочет еще работать, несмотря на то, что у него состояние здоровья этого не позволяет. Потому что у него есть семья, дети, которые учатся, внукам, которым надо помогать и так далее. Конечно, начинаются вот эти вот нюансы, пожалуйста, оставьте, или наоборот, они умышленно скрывают, что у них есть какое-то заболевание, утаивают. И это потом перерастает, мы это все равно выявляем, только уже когда это тяжелая форма, будем говорить, инвалидность. Ну, це справді страшні такі речі. Ми сьогодні зібрались заради того, щоб попередити, так, люди, які вже розуміють, що на виробництві тут є свої нюанси, так, на кожному виробництві, і будь-яка професійна діяльність, вона може вносити свої корективи, треба просто вчасно зреагувати. Можливо, якщо про вас не подбав хтось, то можна це зробити самому. І ось тут хотілося б дізнатися, як саме це краще зробити, і, можливо, на які захворювання потрібно звернути увагу. Ну, от, може, є перелік, і ми сьогодні про нього теж поговоримо, перелік таких основних професій, основних захворювань, на які потрібно звертати. Смотрите, любой сотрудник, любой, кто приходит на предприятие устраиваться на работу, его предприятие обязано ознакомить с теми условиями труда, в которых он будет работать. В том числе изложить, какие вредные условия, к какому классу опасности они относятся и какие возможны последствия. И когда пациент скрывает состояние своего здоровья, он берет на себя ответственность по возникновению этого состояния. Зачастую бывает так, что предприятие не заинтересовано в выявлении профессиональных заболеваний. Поэтому такие маленькие как бы рекомендации, да, чаще всего это промышленные предприятия, то есть наши металлургические, горнодобывающие, сельское хозяйство очень часто обращаются, но тоже есть нюансы с сельским хозяйством, потому что это сезонные работники, и там очень сложно и санитарно-гигиеническую характеристику сделать, и очень сложно стаж работы подтвердить, потому что иногда они нанимаются... Ну так, да. Без трудовой книги, так, да, и абсолютно верно, на сезон. На час. Да, абсолютно верно, и поэтому очень сложно потом формально это оформить, даже хотя мы видим, что есть у нас подозрение, да, на профессиональное заболевание, и мы потом не можем просто собрать документы и доказать, что оно реально есть. А людина ж сама может помітити, так, якісь, можливо, погане самопочуття, якщо це, наприклад, сільське господарство, от що може бути там найгіршого? На самом деле есть интоксикации, которые связаны с удобрениями. Есть обязательно пыль, которая есть и злаковая пыль, и пыль, опять же, от этих пестицидов, то есть интоксикационные моменты. Зачастую они тоже чувствуют, но к нам они попадают
очень поздно. Тут важно выявить ранние этапы и доказать это. Но опять же, в основном возникновение всех профессиональных заболеваний, хронических, я уже говорила в начале передачи, это стаж работы более 10 лет. Это так, согласно нормативным документам, мы определяем, что человек проработал в условиях повышенного там, предельно допустимого уровня, либо предельно допустимой концентрации тех или иных веществ в рабочей зоне, и мы говорим, что здесь имеет место подозрение на профессиональное заболевание. Ну так, якщо, наприклад, людина 2 чи 3 роки попрацює, то і вже помічає, що щось не так, можливо, треба просто себе захищати. Є там респіраторні засоби, так, є можливо, там маски, можливо, чимось треба себе захистити, і що робити після того, як ви вже попрацьовували. І мало людей знають про те, що ось такі засоби безпеки, вони необхідні, не просто вони можуть бути, а це необхідність для вашого здоров'я. На самом деле так зачастую и происходит, когда даже предприятие обеспечивает средствами защиты индивидуальной, вот, а работники этим пренебрегают, думают, а ну что тут, даже сельское хозяйство, будем говорить, даже там условия повышенной пыли, даже те же газоэлектросварщики, вот как часто мы видим, что они работают в респираторах. Вот очень. Дуже мало, да. Так. А на самом деле это профессии, которые требуют защиты определенной. Костюм той самый, так? Абсолютно верно. Сейчас очень интересная тема. Мы же все ходим в парикмахерские, делаем маникюры, да. И вот когда снимают с нас эту вещество с ногтей, мы тоже сидим в этой пыли, да, на самом деле. А человек, который работает, он с этим работает ежедневно. И тоже нечасто я вижу средства индивидуальной защиты на этих сотрудницах. И мало того, даже если они есть, они не соответствуют типу пыли. То есть они находятся в обычных, допустим, респираторах, в обычных повязках. Это же их не защищает, они тоже этого не понимают. Угу. Вот. Пані Світлано, ви, може, зараз розкажете, і люди візьмуть до уваги, будуть захищати себе краще. Ну, на самом деле, да, респираторы, то есть они должны быть повышенной защищенности, учитывая, что это мелкодисперсная пыль, а мелкодисперсная пыль – это самая опасная пыль, она попадает в легкие, в очень отдаленные отделы, накапливаясь, она вызывает такое заболевание, как есть пневмофиброзы, которые перерастают потом в очень серьезные заболевания. То есть легочная ткань перестает быть эластичной, возникает отдышка не то что при ходьбе, в покое, и потом этот процесс останавливать очень тяжело. Пані Світлано, а часто доводилось вам зіштовхуватись саме з такими от категоріями, коли люди, не розуміючи, що з ними сталося, приходили, і ви з'ясовували, що це справді результат їхньої професійної діяльності? Это бывает очень часто, и эти люди попадают к нам случайно, когда уже они прошли там всех докторов, а никто не может понять, что с ними происходит. Тогда направляют к нам, и мы пытаемся выяснить, есть ли связь с вредными условиями труда, есть ли воздействие какое-то токсических веществ или там, тех же металлов могут быть. Есть такие и заболевания, и металлокониозы называются, когда обрубщики, вот они работают и оттачивают какие-то детали, и эта пыль мелкая находится в рабочей зоне, он ее точно так же вдыхает. Она практически невидимая, но она есть. Там багато різних професій. Насправді, якщо людина працює з пластиком, так? Так. Це не просто пластик, так, а пластик, який розплавляється, вона вдихає ті пари, і це настільки небезпечно, що, ну, не знаю, 5, 10, 15 років вони вже можуть дати про себе знати. Абсолютно вірно. Часто йде це пораження центральной нервной системы, это дыхательная система, это желудочно-кишечный тракт. То есть есть факторы, ну, это, наверное, информация не на одну передачу, потому что на самом деле тема интересная, она очень многогранная, как бы изложить в двух словах это очень сложно. Есть факторы, которые, допустим, физические факторы, это тяжелый физический труд, это напряженность труда, это поднятие тяжестей, это общая вибрация, когда у нас есть там машинисты электровозов, машинисты, водители большегрузных автомобилей, когда есть некомпенсированный уровень общей вибрации, мы имеем
возможность рассматривать, это идет поражение периферической нервной системы, идет поражение опорно-двигательного аппарата, тут прямо системное поражение сосудистой системы, сердечно-сосудистой системы. Вот. Если человек в таких условиях повышенной уровня вибрации предельно допустимой проработает 10 лет, там может быть, начиная от ишемической болезни сердца, заканчивая радикулопатией, дефартрозом и так далі. Достаточно це, много. Так, багато всього. Да. І насправді тут весь перелік навіть неможливо за усю програму нам з'ясувати. Просто хоча б, колись ми пам'ятаємо, що молоко давали на підприємствах, так? Ну, не лише санаторно-курортне лікування, щось іще. Тобто ось тут хотілося б зробити для себе зараз висновок, так, для кожному з наших глядачів, що потрібно. Спочатку профілактика, так, а вже потім, якщо ви зрозуміли, і побачили, що таки є вже результат не дуже втішний для вас, то треба щось робити. І, можливо, якісь перші такі і дуже необхідні рекомендації вони почують саме від вас. Будь ласка, пані Світлана. Знаєте, я би хотіла, мабуть, посоветувати людям, які працюють в вредних условиях, а кожен з них знає, що він в них працює, при возникненні состояния необычного, которое им мешает жить и работать, попросить семейного врача направить на консультацию к профпатологу. На сегодняшний день у нас есть две базы. Это в 4-й больнице находится у нас городской центр профпатологии, и в больнице Мечникова у нас находится областной центр профпатологии. Поэтому если у семейного врача возьмут направление к профпатологу, они хотя бы немножечко для себя выяснят, связано это с профессией или не связано. Вот недавно у меня был случай такой, пришел молодой парень, который были проблемы с желудочно-кишечным трактом. Очень были грамотные наши гастроэнтерологи, потому что заподозрили, что у него имеет место, скорее всего, свинцовая интоксикация. Человек работал в тире, помогал разгружать пули. Вот. И именно при контакте с этими, когда он разгружал большое количество пуль, он начал чувствовать себя дискомфортно. Появилась боль в животе, неоднократно он приезжал на приемное отделение раз, два, три, и потом стали понимать, что, возможно, учитывая, что это происходит именно при контакте на его рабочем месте, это связано с этим. Взяли мы у него анализы на свинец в крови и подтвердили, что такие у него есть это. Угу. Поэтому посоветовали, естественно, сменить условия труда, пока это еще не дошло до поражения центральной нервной системы, более серьезных проблем. Вот. Тобто тут якби свої рекомендації. Це вчасно, це сталося вчасно, і дуже добре, що людина звернулася саме до професіоналів. Так? І це добре, коли ми розуміємо, що потрібно щось робити. Гірше, коли це просто вже ось так йде течією, але треба звертати увагу на себе, на своє здоров'я, бо хто ж, як не ми, і хто за нас іще подбає. Дуже дякую вам, пані Світлано, що прийшли сьогодні до нашої студії. Дякую. Будемо чекати вас ще. Ось і вдячні обласному центрові громадськи здоров'я за підтримку у створенні нашої програми. Тому, будь ласка, приходьте і з задоволенням будемо слухати і інші варіанти, і, звичайно ж, допомагати нашим глядачам. А ми зустрінемось за декілька хвилин.